ну вот же жеребь, девка была там, сила такая. Молодая, там, ну да, лет 25, наверное. И такая сидит, исполняет, я вот сегодня не на службе, я сегодня наконец-то я не в форме. Красавчик. Я сегодня не в форме, вот надо поехать туда, поехать сюда. Какой-то пакет с документами какой-то надо за сиденье кинуть, а потом еще вот, вот тоже вот из дура едал. Вот какой-то пакет с какими-то, блин, вещами кинула, тут в аптеку зашла в одну, а вторую, потом прибегает с аптеки. Вы не займете мне 300 рублей. Мне тут не хватает, надо начальнику купить лекарства. Начальник? Ну да, начальник больницы, начальник больницы надо отвезти, вот попросил. Не хватает. Мы приедем, я там сейчас доллары поменяю, сразу вам все отдам. Ну на тебе 300 рублей. Выбегает, блин, надо в другую аптеку еще 500 рублей. Ну на тебе еще 500 рублей. В результате на восток привез ее. Сейчас я побегу поменяю, оставила типа документы, типа вещи. Побежала менять эти доллары. Или, может, она их вообще никогда не видела. Да, ну, скорее всего, да. Ну, минут 40 я посидел, подождал, понял, что я лошара. Посмеялся. Ну, к людям я, по-человечески. Я, в принципе, как-то, знаешь, вешаться из-за этих там, накатал ее там что-то. Ну, в общей сумме там получилось, что сколько наездили, сколько отдал. Ну, 1700. 1700, 1800, что-то такое. Ну, тоже денежки хорошие. Поржал, блин, думаю, да я хоть гляну. Она тут, а вот там и в пакетах и документы, и ключи. Документы открываю, там, А4, чистые листы. Она же, наверное, специально это и делала. Да, она знала. Папки нарубить. Она покаталась, блин, и никуда ехать не надо было. Ей тупо денег надо было срубить. Прошу меня извинить. Ничего страшного. Да. Алло. Я откуда знаю, я что на кольце? Ну, я сейчас на такси еду, я не был на кольце. Не, ну как я ходил на кольце, ну я никого не видел. Что ты стыдишь-то, подожди, спокойно. Не с 18 лет не трогал сейчас никого. Что? С 18 лет это не берут. Ну, не знаю, мне сказали как. Знакомый один. С комендатуры, он сказал, с 19 еще могут взять, с 18 нет.